коронавирусом справились еще 83 человека. Общее число выздоровевших превысило 62 тысячи. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. Продолжается тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 356 человек. 20 пациентов скончались. Защитить здоровье поможет вакцинация. Иммунизационная кампания в крае продолжается. На телеканале «Свое ТВ» завершилась уже шестая в этом году прямая линия Владимира Владимирова. В ходе нее глава региона ответил на десятки вопросов. Один из них – в каком режиме ставропольские школы начнут работу 1 сентября. Губернатор края дал четко понять – никакого дистанционного обучения возвращать не планируют. Это все слухи. А вот торжественные линейки на День знаний будут только у первоклашек. Остальные школьники отметят начало учебного года на классных часах и без родителей. Человек, который ведет там внучку, внука, сына, дочку – в первый класс, конечно же, он хочет попасть на эту линейку. Фотографии, память навсегда. Но всех остальных я бы попросил просто привести детей в школу по возможности, или там они сами уже, может быть, взрослые доходят. И у них будут проведены уроки, первые дни знаний, и также уже в нормальном учебном режиме все это будет продолжено. В Буденновске продолжается благоустройство парка имени Гагарина. На территории общественного пространства уже установили освещение. Сейчас специалисты обустраивают пешеходные зоны, рассказали в управлении по информполитике правительства края. Также там планируют создать велопарковку, спортивные и детские площадки. Обновление проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Завершить работы планируют к концу года. В школе номер 19 поселка Урожайного создали новую точку роста. Как сообщили в администрации предгорного округа, в образовательном центре дети смогут изучать биологию, химию и физику. Здание, в котором будут проходить занятия, уже отремонтировали. Сейчас приобретает оборудование для кружков. Точка роста заработает в рамках национального проекта образования. В Туркменском округе продолжается ремонт участка трассы Владимировка-Мирная. Как сообщили в пресс-службе регионального Миндора, в общей сложности приведут в порядок 8 километров проезжей части. Там обновят покрытие, укрепят обочины и установят знаки. Работы проходят по краевой госпрограмме развития транспортной системы.